2003 yıllar ahırında biz hazır sizin korşunuzga şıkaşa Tatar'ın tağı bir talantlı kızı bilen bir gelişim konservatoriyalarda bilim alman idik. Anan o ne tukayımız etkence eyde kalıpka hizmetke deyip üzümüzden Meskev şehrimizde baş kalabızga yol tuttu. Bunda iki talantlı Tatar kızı üzerinin icatların hıyal ansamblinde devam ettiler. Hem sonundan indi tağın bir üzüncelikli şahres Gecayip talant iyisi Nezife Kerim'e bile tavıştılar. Bu üç talantlı Tatar kızı kup güne cırtlar halkımızda bile gittiler. Ve şu icat türkümünün bir beytik, üç Tatar kızının sahnege alıp çıkacak cırı da biz birge deyip atalar bugün konsert isiminde. Hadi biz şunun şahitleri buluruz. Дорогие друзья, вот уже более 30 лет на Илюханом связывает крепкая дружба и тесное творческое сотрудничество с другой нашей замечательной певицей, заслуженной артисткой Республики Татарстан, Розой Хабибуллиной. Наиля вспоминает, что когда они познакомились, они сразу понравились друг другу и начали общаться. При том, что, как вы понимаете, женская дружба в творческом коллективе явление довольно редкое и удивительное, но, тем не менее, так произошло. И кто знает, в чем тут секрет? Может быть в том, что и у Наили Ханум, и у Розы Ханум корни из Нижегородской области, а может быть просто встретились две родственные души. И сегодня они вместе исполнят песню «Мы вместе» без Берге. Встречайте, Наиля Фатехова и Роза Хабибуллина. Жизнь, как бы, сильный рыбец, я шли к ней,
Thank you.